Вітаю вас, друзі! Наш сьогоднішній випуск буде не дуже звичним. Ми запропонуємо вам лише два великих ексклюзивних інтерв'ю. Та спілкування з нашими співрозмовниками вийшло, на нашу думку, таким цікавим та інформативним, що ми вирішили майже нічого не скорочувати і сконцентруватися на двох актуальних темах. Тож, сьогодні в Sport.ua професіональний бокс і футбол. У минулому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми розповіли вам про вражаючу та багато в чому сенсаційну перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа в боксерському мегафайті в Лондоні. Тоді ми згадали про те, що серед трьох арбітрів, які вирішували долю цієї цікавої зустрічі, був рефері із Кропивницького Віктор Фесечко. Тож, ми просто зобов'язані були наживо поспілкуватися з очевидцем такої спортивної мегаподії. І після повернення Віктора з Лондона ми зустрілися з ним у боксерському залі «Ринг» у приміщенні «Пат Акустика». Саме тут він передає свій досвід та майстерність учням у якості тренера Кропивницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Але ще потрібно нагадати, а можливо когось і здивувати тим, що саме наш земляк був одним із перших українських чемпіонів світу серед профі. І саме з цього пам'ятного для Віктора Фесечка моменту, його спортивної біографії, ми розпочали нашу розмову. Потрібно було ж вирізнятись у своїх питаннях від тих численних інтерв'ю, які вже дав тепер відомий на весь світ рефери нашим колегам. Саме через це, як зізнався Віктор, він почав трохи ненавидити свій телефон, який останні дні дзвонив без зупини. Але нам Віктор Фесечко все ж не відмовив. Коли ви спостерігали за тим, що відбувається в Лондоні, коли дивилися, працювали, скажімо так, не дивилися, працювали на чемпіонському цьому мегафайті, чи згадували ви той момент, коли самі боролися за звання чемпіона світу серед професіоналів? Да ні, звісно. Ну, немножко мислі були другі. И постоянно концентрация, полное внимание, ничего лишнего, чтобы не мешало. Тоді нагадайте, коли це було і як ви йшли до того чемпіонського поєдинку, тому що вже багато людей навіть вас вже знають як рефери, але не знають як одного з перших чемпіонів світу України серед професіоналів. Це було в город Брістоль, теж в Великобританії, теж в Англії, теж там же. Хто був вашим суперником, нагадайте, будь ласка. Англічанин, теж англічанин, зараз не вспомню. А як ви вийшли на той чемпіонський поєдинок? Як ви подолали ось той кваліфікаційний? Зараз це все настільки складно, а тоді це було простіше? Да ні, все було точно так же. Рейтинг, піднімання рейтингу, все по рейтингу, все. Количество боїв, количество побед. Все як і те саме, як і зараз відбувається, все так же. А згадуєте, тоді важко було в тому бою здобути той чемпіонський пояс? І чи зберігається він у вас, той пояс? Він в музеї в Києві. Як важко? Звісно, важко було. Зараз воно після бою вже, звісно, емоції, радості, звісно, воно все перекриває. Нормально. Взагалі, осознаєте, що ви один з перших. Ви проторували цей шлях для усіх великих майбутніх перемог. Це ж так, Вікторе?
Ну, наверное, да. Скажіть, як ви прийшли в бокс? Хто ваші тренери? Як ви долали цей шлях? Ну, я тренувався. Перший мій тренер – це Холодний Олексій Дмитрович, він зараз тренує. Тренувався на Волкова кожна перчатка. Ну, потім Олексій Дмитрович переїхав в на той момент, город ще називався Комсомольськ. Ну, я остался как бы у Яценко Анатолия Ильича. Ну, а потом с тех пор так это самое. После любительской карьеры. В какие категории вы боксували? В любителях или в профи? Ну, 66 килограмм, 66-600. Ну, как карьера закончилась? Закончилась карьера из-за того, что там травма. Закончив з боксом, ну закончив, да, і потім... Хто надихнув вас на те, щоб піти в арбітри, в рефері і займатися цією справою? Ну, президент ліги професіонального боксу Завьялов. Да, він же сказав, що хватить сидіти вдома, давай будемо пробувати. Так потихонечку почав пробувати себе. Наскільки це важко? Перебудуватися, переналаштуватися зі спортсмена на суддю. Яку підготовку потрібно пройти? Ну, це в основному практика, як ти все це осознаєш, виходить, в рингі. Ну, кому-то воно легко дається, кому-то воно складно дається. Ну, в принципі, вроді як пішло нормально. А ось професійні арбітри в ігрових видах спорту, вони складають певні нормативи і складають іспити з правил. У вас все так? Так, да, в нас проходять семінари, да, обучаємось, іде, да, все категорії присваюються, да. Все точно так же, іде обучення. Який шлях ви пройшли? Що ви спочатку судили для того, щоб вийти на такий бій? Ну, начинал, конечно, с более простых, легких, да, потом, как бы, ну, титульные разных уровней, есть интерконтинентальные, есть чемпионаты, там, чемпионат Украины, чемпионат, там, ну, интерконтинентальные, ну, это все со временем, как бы, багаж, такой опыт, багаж, и это же, оно получается, как бы, как выбирает, нас же, как судей так же, как и у боксеров, получается. А есть рейтинг судей, получается. Они просматривают, утверждают, смотрят, и там уже как бы идет назначение уже. Когда идет титульный бой, предоставляют судьи, и уже выбираются судьи, там назначение то же самое уже утверждают. Тот или тот, вот такое. Скажите, а что важче все ж таки, працювати в ринзі? Бути рефері в ринзі або підраховувати голоси? Та це все залежить від бою. Різні бої, різні є тяжкі бої в рингі, є легкі, а є так же само, виходить, і оціночне, ну, з боку точно так же, є тяжкі, є... Залежить много ще рівень самого бою, ну, сложність. Ну, і там бувають свої плюси. Мінус. Тобто градації нема. Ось окремі рефері в ринзі, окремі ті, хто підраховує. Це все єдиний пул, так званий, да? Суддів. Ну, так, да, є судді, які і в рингі працюють, і боковими суддями працюють. Є судді, які працюють тільки боковими. Зрозуміло. Тепер, коли ви дізналися, і чи було для вас це сюрпризом, що ви будете, я не люблю цього слова обслуговувати, давайте судити такий, ну, надважливий поєдинок. Мабуть, ну це ж, мабуть, поки що вершина в вашій суддівській, да, кар'єрі. Ну, це так, да, це був сюрприз. Це був сюрприз, так. Да. Мені коли позвонили, сказали, що утвердили, то, звісно, ну... Такие эмоции были положительные, но как-то так немножко встряхнуло, так получится, не получится, то потому что, ну, начались как бы подача документов, оформление визы, ну, так оно шло,
Тобто хвилювання було. І хвилювання було до останнього. Хто вам повідомив, хто сприяв тому, що ви змогли судити, потрапити і... Ну, це, скажімо так, командна робота, скажімо так, починає, Ліга професіонального боксу, понятно, від президента, віце-президента Михайло Михайлович, да, Шатірникова Аліна мені дуже много помогла, скажем, большую часть, всю работу по оформлению документов, всех вот этих подач, все эти самые там визовые центры, это все, такую вот эту работу, которую... Я вам скажу, що я не зміг потрапити на матчі чемпіонату Європи, тому що не зміг своєчасно отримати візу футбольного чемпіонату Європи. Скажіть, як у вас це вийшло? Що, за скільки ви дізналися? Як ця віза оформлялася? Мабуть, вам було легше відсудити, щоб, ніж цю візу отримати, так? Та ні, візу ми вже чекали з моменту подачі вже. Прошел срок, когда мне должны были поставить в известность, что она или есть, или нету. Но уже до последнего ждали, уже получается 22-го я должен был вылететь, но вылетел я 23-го. Нет, я не. Да, нет, я 23-го мне позвонили, сказали, приедь, забери паспорт. Где-то за час до закрытия визового центра. Я на этот момент уже находился в Киеве, я уже ждал. И 24-го вылетел на Лондон. Фактически. Як атмосфера, як хвилювання, чи щось вам удалося побачити, чи дивилися андеркард, чи тільки готувалися до бою? Ні, я мені сразу з аеропорта сразу поїхав на взвішування. Отвезли на взвішування, процедура взвішування пройшла, да, теж дуже шикарно, я вам скажу. Так, шоу, конечно, очень интересное. Ну, оттуда мы уже уехали в отель. Ну, в отеле уже чувствовалась напряженка такая. Ну, как бы все хорошо, все. Но атмосфера уже была такая накалена, такая уже чувствовалась. И где-то 25 числа мы с утра сделали тести. Тести там постійно робили, так? Да. І вдома робив, і там робив, да. І те саме. І вже в часа 4 з нами приїхав автобус, на стадіон виїхали, на стадіон, да. Ви спілкувалися зі своїми колегами, з якими працювали? Там був американець і британець? Да, так, наломано жестами. З англійським мене, не дуже. Да. Там поляк был, я через поляка, он и понимал на русском, да, на этом самом. Який настрій у вас був перед боєм? Я, може, не дуже зручне питання задам. Знаєте, якщо бій був близьким... Ні, атмосфера, звісно, там дуже така, дуже цікава, звісно, все красиво, все публіка, звісно, дуже побувати, передати, звісно, очень тяжело, лучше, конечно, раз увидеть, побывать. Ну, мы, в принципе, как бы, мы приехали туда, посмотрели пару боев вживую. Андеркард? Да. Нам потом судьи выделили комнату. Ну, мы там смотрели уже по телевизору, это до боя. И где-то за бой, за два до боя мы уже тоже зашли уже перед рингом. Скажем так, весь андеркард мы не смотрели. Ну, уже перед боем уже вышли к рингу, уже готовились занять свои места. Ну, когда началась вся процедура, уже там выход. Вы вперше были на такой арене, где проводился боксерский поединок? Ну, такого уровня, да. Перше? Да, такого уровня, да. Это объединенные пояса, это... Как болевают британцы? Нормально. Ну, активно. Чи правда, що вони гімн наш там засвистіли? Да нет. Ну, так писали. Начебто. Ні, не було свиста, не було. Понятно, там кожен по-своєму там емоції, але я не думаю, що це іменно на гімн. Там
така ейфорія, що хтось із тих, хто гудів, хто там все люди забито, так? Да, повний стадіон. Когось із легенд світового спорту бачили? Вдалося вам побачити, коли там? Ну, Чесора був, Кличко був, Рой Джонс був, Шевченко був, Ярмоленко був. Ото кого я бачив, кого знаю, кого бачив. Ну, Вася Ломаченко, звісно, був. Ну, тобто майже вся, весь спортивний бомонд, боксерський зібрався. А які були настрій перед боєм? Що говорили? Чи очікували люди того, що Усік хоча б дасть бій Джошу? Я ж вам тільки що говорив, що нас відділили, закрили в кімнату. Ну, не закрили, ми відділили. Можливо, до цього? Ні, ну всі, звісно, надіялись на те саме. Ну, на побіду, звісно, приїхали. Дуже багато... приїхали, ну, зрителі на бой. Ну, многих не пустили, дуже багато візу не дали. Наших? Нашим, да. А, ну, і є частина, яка, звісно, попала. Много було теж наших, да, много боліли. Таке, ну, цікаво, да. Тепер задам те питання, яке не дуже зручне. Чи розуміли ви, що якби бой був близьким, ну близький, не було переваги, Сашка, Фісєчко б залишився б винним в будь-якому випадку. Ну, якщо б віддав при близькому бої Усіку, підсудив Усіку. Якщо б віддав Чесорі, ганьба нашому хлопцю не допоміг. Ні, це... Як ось всі ви справлялися? А, нет, смотрите, вот как бы это вам всем сейчас сказать. Понимаете, вот я туда попал благодаря той работе, которую, да, вот я вижу, честно сужу, да, ну правильно стараюсь судить. Там понятно, что это самое. Я думаю, что если бы проиграл Александр и я отдал Чесоре, то я думаю, ничего Джошуа, здесь. Джошуа, говорю, Чесор. Я просто сказал, что Чесор увидел. Это самое. Ну, здесь уже не было зависело, а претензии к тому, кто проиграл, так же самое, как и здесь. Так что здесь не сомневаюсь, так чтобы это самое. Ну, понятно, есть. Хейтеры я завжди. Да, поговорить. Як відбувається суддівство? Не багато людей розуміють, що ви рахуєте під час того, як відбувається поєдинок? Ой, там дуже великий той самий. Ну, в першу чергу, звісно, це удари. Іменно не попадання, а удари, да, качество удара. Оцінюєш качество удара, защитні дії, атакуючі дії. Ну, должен бути постійно, як би, агрессором. Вот это все суммируешь и уже выясняешь уже уровень победы. Тобто ви не рахуєте влучання, тільки влучання, ви враховуєте і загальне враження своє під час того, коли ви ставите 10-9, конечно, так? Звісно, звісно, звісно. А коли там 10-10 також буває, так? Буває, так. Да. Це коли ви не бачите перевагу нікого із боксерів, так? Да, равний бой такой, равний туда, да. А якщо нокдаун, тоді як рахується? Мінус бал. Мінус 10-8 тоді, так? Ви ставите в своїй? Ну, ні, подождіть, смотрите, треба кому? Ну, якщо той, хто відправив в нокдаун, отримує 10. Ну, він виграє чи проіграє? Ну, виграє. Ні, туди 10-8, так. Да. Если, например, я выиграю и попадаю в нокдаун, ну, то может быть 10-10. Ну, подравниваешь, 10-9-9 не пишется. Там просто выиграешь бой. Ну, как правило, если нокдаун, то это уже проигранный раунд. Тобто ви підраховуєте раунди, так, підраховували раунди, і на вашу думку, Усік там? Ні, я не раунди, я кожен раунд сужу віддільно. Віддільно. Да, я записки віддаю ж суддівські записки після кожного раунду. Ага. Оцениваешь каждый раунд, а потом уже сидит супервайзер, который суммирует очки, пишет, суммирует всех судей троих. Я розумію, що виводить таблицю, да. Ви в цей момент вбили в собі вболівальника і включили професіонала, виключно. У вас, вам навіть не було коли там спостерігати? Так, да, виключаєшся. Чим менше внимання на от эту всю аудиторію, звісно, тут повна концентрація, да.
чисто бокс, середина. З вашої точки зору, вже після того, як ви віддали, здається, 8 або 7 раундів Олександру Усіку, і скажіть, в чому запорука його перемоги? В чому? Чому? Це була недооцінка з боку Джошуа? Чи це так був Усік гарно готовий? Чи це такий, можна, симбіоз оцих факторів? Ні, ну, скажімо так, Александр, ну, я, так чисто моє мнение, он навязал ему свой стиль, да, сделал свою работу, очень правильно выполнял подсказки с угла. Да, и он по нарастающей полностью, ну, выполнял, ну, навязал ему свою работу. Он, ему, ну, Джошуа ничего фактически не мог сделать. Фактически. Он тот делал свое навязал, делал. Полностью прошел, весь бой прошел под, я думаю, диктовку, скажем, можно так сказать, Александра. Такое. Після того, що відбулося, вдалося вже поспілкуватися з Сашком, поздоровити його чи ні? Да, в принципі, там особо времени не було. Ми фактично ще, поки всі роз'їхались, ми приїхали в гостиницю. Где-то, ну, это уже ночь была, где-то часа два, наверное, начало третьего. Ну, дождались, поздравили и фактически разошлись, потому что многие, ну, скажем так, в 8 утра я уже уехал в аэропорт. Вікторе, а що ви скажете конспірологам, які вважають, що другий бій був, ну, скажімо так, влаштовував і Джошуа, і що можливо, він не дуже і хотів то вигравати цей бій для того, щоб заробити більше грошей. Чи можливо це взагалі? Це для реванш? Ну, безумовно, що буде реванш, що там більше грошей, що Джошуа так би якби ти програв навмисно. Ну, є такі думки. Та, говорять, що угодно. Там в контракті, там, причому тут буде, не буде, спеціально, не спеціально. Розписується контракт, розписуються условия, все документально воно ну, підписується. Так же саме і этот самий. І реванш внесли. Ні, я про те, що Джошуа не викладався наповну, йому реванш був вигідний, і що, що вдруг. Ну, я за свою, скажімо так, діяльність, я ще такого не бачив, щоб в такому мегафайті, в такому бою у себе. Хтось думав за гроші. У себе вдома 4 пояса, і це такий бід придумати, це я не знаю. Ну, він же програвав і цьому мексиканцю. Це я не знаю, так приїхати. Ні, це абсолютний бред. Ну, звісно. А як ви вважаєте, вже вболівальник, фахівець, реванш буде обов'язково? Про це вже в контракті прописаний реванш. А от смотрите, от уже активував опцію реваншу. Це вже заявив Красюк. В этом самом. От смотрите, этот бой, да, состоялся спустя 2 года, они сколько раз должны были уже боксировать. Отлаживался, пока это самое. Как тут все сложится? Тут, ну, могут быть там, сейчас же видите ситуация с вирусом, с этим коронавирусом, с тем моментов могут быть. То, що, ну, прописано, ну, кажуть, а так все сложиться. Добре, кажуть, у лютому-березні за контрактом повинен бути, да, реванш. Від Києва Еді Хірн відмовився. Це, в Києві на стадіоні январь місяць, чи февраль місяць. Добре, вже як болівальник, як фахівець, як тренер, скажімо так, чи здатен Джошуа перебудуватися і виграти реванш? І що потрібно зробити Сашку? Чи не здається вам, що Сашко вже вище не може стрибнути? Ні, такого вопросу. Вище, куди вище стрибнути? Ну, я, що це був потолок його майстерності, що, ну, тобто Джошуа може додати, тобто перебудуватися, а Сашкові що робити? А чому, чи, зачем, ну, як, ну,
В любом случае он будет под него готовиться. В любом случае, если будет бой, то будет боксировать. И как сработает команда. Так же самое и Джошуа. Они друг друга изучают, берут спарринг-партнеров подобных. Так каждый накануне друг на друга настраивается, друг на друга готовится. Ну, я вам скажу те, що сказали Хей чи Сора. Вони сказали, що Усіка потрібно виходити і вбивати в ринг, а не з ним боксувати. Перебоксувати його неможливо. Ну, пробували вже з ним і дратися. Не у всіх не вийшло, почему-то ще ні в кого. Тобто ви вірите в Усіка. І ще одне питання, скажіть, можливо, ви звернули увагу. Багато хто каже про ті 5 секунд, які начебто дали гол. Я думаю, це чоловічий фактор сработав. Где-то рефери немножко, не рефери, а этот самый, как там его, ну, который сидит, человек, который сидит на гонге, да, я думаю, ну, уже как бы была напряженная ситуация, видать, где-то, ну, чисто сработал. Ну, начебто Красюк пояснив, це не те, що вмикнули неправильно. Может быть, может быть, на этом самом. Раньше, может, включили на телевидении, или где-то на трансляции. Может быть и такое. Но я не думаю, что это все специально. Тобто враження у вас фантастичні, так, після цього? Да, да, да. Ні, конечно, да, бувати на такому. Ви не вважаєте, що ви потрапили, ну так скажемо, до казки трохи? Да, ну воно так, да. Где-то так оно і є, наверное, да. Бувати на такому бою, да, это такое везение. На минулому тижні ми знову спостерігали за матчами футбольних Єврокубків. І знову представники України, ну, можливо, за винятком донецького Шахтаря, який зіграв нічию з Інтером, нас тотально розчарували. І саме про причини того, чому українські команди в цьому євросезоні поступаються ноунеймом і номінальним аутсайдером та провалюються проти грандів, ми поговорили з нашим постійним футбольним експертом, тренером-аналітиком Чернігівської Десни Віктором Догадайлом. Ну, во-первых, когда проходят игры чемпионата Украины по футболу, то, естественно, все хотят занять места как можно выше, а самые высокие места – это те, которые право участвовать в европейских соревнованиях. И команды к этому стремятся. Это как бы первый момент. Второй момент, когда уже попадаешь на такие соревнования, поверьте, каждый футболист, он прекрасно понимает, на какой уровень он зашел и чего от него ждут. И самое главное, знаете, в этом плане для футболиста каждая игра, он пишет историю. Вместе с командой и, самое главное, для себя, потому что завтра он будет востребован, завтра на него будет спрос, и он продолжит серьезную, хорошую игровую карьеру. Но вы сами видите, насколько у нас ротация футболистов из команды в команду, насколько, в общем-то, у нас футболистов отдает другие, там, допустим, чемпионата лучших футболистов. И в этом плане, поверьте, чисто в плане мотивации каждый футболист это все понимает. Но не до конца получается вот именно в играх европейского уровня, потому что, ну вот посмотрите, обязательно в каждой команде вот какой-то начнется момент. Давайте вот приведу простой пример, да. Играет, допустим, Динамо с Баварией. Вот интересный ход, допустим, у Лучевска, да, появляется Шабанов. То есть мы знаем, центральная ось – это основа игры любой команды, да. Вот центральная ось – это хребет и все. Появляется в центральной оси в игре с Баварией Шабанов. Без особой игровой практики. Андреевский, опорный полузащитник, без особой игровой практики. Гармаш на позиции вот этой ложной девятки, в принципе. И в этом плане я задаюсь вопросом, от хорошей ли жизни это делает Лучевского, если это его эксперименты, какие-то тактические соображения или стратегические даже. Это одно. А второй момент, от хорошей ли жизни, в общем-то, люди, которые получают мало игровой практики в чемпионате Украины, выходят играть с таким монстром, как Бавария, да? От хорошей
хорошей ли жизни Мацапора сейчас стоит в воротах Зари Луганской, допустим, парень молодой, которому 20 лет, в матчах, допустим, с Ромой. И в этом плане мне просто кажется, поверьте, что каждый футболист это четко знает, для него каждая игра это действительно, в общем-то, выйти, отыграть, выложиться, добиться, в принципе, результата. Но опять же, давайте мы помним, что есть индивидуальные действия, то, что представляет из себя футболисты, есть групповые взаимодействия на футбольном поле и командные действия, которые, в принципе, определяют лицо любой команды и, самое главное, результат. Наверное, мы еще в том формате, в котором надо, не добрались до командных действий. Они у нас совершенно противоречивы. Много СМИ критикуют футболистов. И, наверное, это тоже из-за того, что, в общем-то, не до конца футболисты сформированы, будем говорить, вот эти связи, которые должны быть прочными и в тренировочном процессе на футбольном поле, а, естественно, когда эти связи непрочные, когда у команды нет стабильности, мы уже говорили процесс стабилизации, мы приходим к тому результату, то есть маемо, то еще маемо. Вопрос, опять же, можно сказать, очень интересен, да, но ведь тот же нападающий бразильский, да, финской команды, который потрепал нервы, да, команды Ворск, и все, сегодня он, в общем-то, игрок команды Ворск, то есть, понимаете, получается тут, в принципе, обратный процесс. И вот дальше, знаете, вот, наверное, конкурентоспособность нашего чемпионата, это второй момент, и третий момент, концепция тренеров, насколько у каждой команды есть свое лицо, насколько каждый тренер ставит игру своей команды, в принципе, это все составные единицы. Но опять же, легче, мне кажется, ставить игру с такими футболистами, которые в Баварии, да, которые в Роме, которые в Реале, которые в той же Барселоне при всех ее проблемах, чем, допустим, когда у нас лучшие футболисты уходят, а потом остаются те, кто остаются. Работая с футболистами, я все равно вижу, они хотят прогрессировать. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, чтобы вы понимали, что сейчас все условия, ну, будем говорить, там, личные контракты, все, за исключением на пару команд, которые есть в Украине, они довольно-таки приземистые, эти условия. Вы правильно сказали, на фоне, конечно, пересечного гражданина, громадянина Украины, конечно, они повыше. Но уже не такие большие условия, как раньше были, и поэтому мотивация в плане материального плана у каждого футболиста, в принципе, есть. Но вы правильно сказали, что в любом случае, мне кажется, вот знаете, повышая конкурентоспособность, ну вот вы затронули самый главный и, наверное, важный вопрос, это организация учебно-тренировочного процесса в детско-юношеском футболе и, главное, в общем-то, отбор футболистов и вот системные подходы, которые есть, потому что у нас очень много сейчас детских школ, детско-юношеских, у нас, кстати, бизнесмены, предприниматели, политики очень много вкладывают в развитие детско-юношеских школ. У каждого почти своя есть, в принципе, академия, но вот в этом плане, конечно, процесс образованности тренера, отбора футболистов и вот проведения вот именно соревнований вызывает много нареканий и, мне кажется, даже, в принципе, критики. И по большому счету, посмотрите, да, вот то, что касалось Динамо, был период, когда Хацкевич работал с командой. Я первый говорил, и когда спрашивали, надо ли дать поработать Хацкевича, я всегда говорил, дайте, потому что он всю молодежь, которая выросла в академии Динамо, подтянул к основному составу и, в принципе, на них рассчитывали. Сегодня эти футболисты имеют вот тот опыт 3-4 года игры на самом высоком уровне в чемпионате Украины, в различных европейских соревнованиях клубных и уже, в принципе, за сборную. И вот здесь вы очень правильно сказали, что не должен, знаете, какой-то тумблер в голове, раз отключиться футболисту, я все достиг. А каждый матч выходить и доказывать, а каждая тренировка выходить и доказывать. И вот здесь должна быть соревновательная среда. И, ну, знаете, здесь, наверное, две стороны. Первое, требования болельщиков, в первую очередь, заполняя стадионы, требовать от команды, чтобы была мотивация футболиста. Естественно, руководители футбольного клуба, которые финансируют, и от самих участников этого шоу, конечно, от футболиста не останавливаться. И постоянно, то есть каждая игра должна быть вызовом. К сожалению, мы видим, не каждая игра далеко не вызов. А если вы правильно сказали, полсилы сыграли в чемпионате Украины,
Шарин с одной командой, со второй, там арбитры подсвистели, там повезло, там еще что-то, то когда мы выходим на такие испытания, где люди, ну, будем говорить, давайте говорить так, европейская каждая команда, та же норвежская команда, она хорошо уже выглядит, четко понятно, за счет чего она хочет добиваться результата, вот там сталкиваясь с трудностями, мы не готовы преодолеть себя для того, чтобы добиться нужного результата. Вы с моего языка сорвали своим утверждением мой ответ. Я тоже хочу сказать, что да, вот, смотрите, как европейские команды, поверьте моему опыту, мы с вами не один десяток лет наблюдаем за такими прекрасными соревнованиями, что, как правило, европейские команды очень тяжело входят в сезон, и в этом плане, в общем-то, это подтверждение. И при всем уважении к Юрию Николаевичу Вернидобу, при всем уважении, в общем-то, к молдавскому футболу, и при всем уважении футбольному клубу, Шериф, я думаю, что он уже достиг максимума. И дальше, когда пойдут настоящие разборки, когда пойдет результат, борьба на результат, вот следующие спаренные игры, Шерифу будет нелегко, как и нашим командам. И вот эта сказка, мне кажется, она, в общем-то, ну, просто уже ее просто не будет, потому что я думаю, что да, конечно, везет сильнейшему, да, понятно, Юрий Николаевич там поставил игру с зарубежными футболистами, да, мы видели, как играл Юрий Николаевич, с тем же Реалом, да, это такой чистый Катеначчо, закрыться в своей штрафной площади, быстрые атаки, невероятные мячи, да, в конце матча. Но в этом плане, я хочу сказать, сказка быстро заканчивается, и в этом плане все станет на свои места. Я хотел бы сказать, не надо заблуждаться. При всех трудностях, которые есть у Барселоны, у нее есть прекрасный состав, у них опытный тренер, у них, в общем-то, знаете, есть определенная мотивация, плюс игры внутреннего чемпионата, да. Сейчас она сыграет с Атлетико Мадрид, да, такой, в общем-то, с чемпионом страны, а потом приедет играть, в принципе, с нами, поэтому в этом плане не надо заблуждаться, все конкурентоспособные команды, а те команды умеют за себя постоять. Надо реально оценить то, что команда, в принципе, сделала. Да, эта команда, вот знаете, она не случайно, допустим, вошла по точности передач на первое место во втором туре Лиги Чемпионов. Но это один только из нюансов, и мы прекрасно знаем, Виктор что... Гавриловичу, але це ж передачі перед штрафною, ближньому, вони ж не загострюють нічого, в них моментів мінімум. Юрий Сергеевич, я с вами соглашусь, и помимо всего прочего, но передачи – это один из компонентов футбола. А есть еще и другие составляющие части, да, организация оборонительных действий, вот умение реализовать какие-то, создавать, во-первых, острые голевые моменты, и умение их, в принципе, реализовать. Но, знаете, вот, допустим, там момент при всем том, что, ну, наверное, самая убедительная команда все равно из трех команд именно во втором туре была команда «Шахтер». Но, вот смотрите момент, да, Трауре получает травму. Ну, у любого тренера, ну, во-первых, да, давайте вот это, опять же, у нас там Педриньо переходит на позицию этой скрытой девятки, да, и мы начинаем, в общем-то, там сравнивать с Манчестер Сити, еще с кем-то, но по большому счету, когда команда участвует в таких соревнованиях, когда у тебя карт-бланш, да, приобрести, в принципе, любого футболиста, то, мне кажется, по большому счету, выпал Трауре, должен быть план Б, и команда четко понимает, что, и давайте мы, в принципе, скажем, сегодня сегодня Интер – это не команда Конте, да? Это команда уже Симона Инзаги. И совершенно команда, которая перестраивается. Команда, в общем-то, не похожа на ту, которая была. Хотя принцип Майка и инерцион еще команда Интер представляет определенные усилия. И здесь, конечно… Мені Інтер Конте подобався за організацією, мені взагалі Інтер Інзагі не сподобався, тому що в них не було італійської організації і злагодженості дій, в них були розриви між лініями, і цим Шахтар користався. Вы знаете, мы с вами, в общем-то, очень интересно, у нас с вами одинаковые мысли. Я тоже это хотел сказать. Сегодня Инзаги работает так, что команда не похожа на итальянскую, в плане того, что мы знаем, какие команды у Манчини, да, мы знаем, какие команды условно у Анчелотти, да, мы знаем, какие команды у Конте. Сегодня мы совершенно видим у Инзаги, допустим, не такая команда. Кстати, Дезерби тоже представитель итальянской школы. И в этом плане, знаете, вот получается, допустим, там контроль мяча.
команда максимально им пользуется, хотя по большому счету да, из фазы, да, фаза обороны, переходная фаза от обороны к атаке, фаза атака и переходная наоборот, от атаки к обороне. И эти фазы итальянцы четко отработаны в плане командных действий. И самое главное, каждый футболист индивидуальность, он четко выполняет те действия, которые, знаете, как командное руководство, и там каждый как винтик в этом командном механизме выполняет свои функции. А вот сегодня играли две команды под руководством двух итальянских тренеров. Шахтер с определенным своим лицом. А знаете, почему много эпитетов, почему много хвалебных слов в адрес Шахтера? Потому что заждались. Вот сказали, приехал молодой, талантливый тренер Де Дзерби. По большому счету, вы видите, он начал чемпионат не совсем убедительно, чемпионат Украины. Есть, да, у команды то, что выделяло всегда Шахтер, это умение контролировать мяч, но совершенно потеряли скорость. Совершенно, в общем-то, знаете, перестали работать фланги так, как мы, в принципе, к ним привыкли. И вот проблески этой игры оказались в игре с Интером. С Интером, который мы с вами уже сказали, тоже не без греха, не без определенных, в принципе, проблем. Поэтому получила команда такие, в принципе, по большому счету, хвалебные оды в свой адрес, а мы четко понимаем, над чем работать. И вы знаете, большое испытание, громадное испытание будет как раз спаренные матчи с Реалом, которому отступать некуда, где тоже, в общем-то, будем говорить, тренер итальянский высочайшего уровня. И вот интересно будет посмотреть, куда и как движется Шахтер, потому что после двух матчи, все-таки обыграв Динамо в Суперкубке и добившись, ну, считают положительный результат, хотя мы четко понимаем, что надо Интер было обыгрывать с точки зрения стратегии, потому что по большому счету одно очко, а у Шерифа уже 6. И это такое серьезное преимущество у Шерифа над Шахтером. Но опять же, табели о рангах будем после последнего тура, наверное, мы составлять именно в этой подгруппе. Но в этом плане я с вами соглашусь, что Шахтер движется вперед, но опять еще четко, ясная картина, что это действительно конкурентоспособная команда со своим лицом и, самое главное, знаете, с механизмом, который, в общем-то, будет добиваться результата. В этом плане пока, в общем-то, ну, я тоже не вижу, как и вы. Бавария все-таки мудрое руководство, поигравшее и умеющее, в общем-то, управлять. Они взяли молодого перспективного тренера, а у тренера, мы уже говорили, механизм какой? Когда есть хорошие футболисты, здесь главное, ну как, авторитет тренера, это первый момент. И второе, умение поставить командную игру через групповые взаимодействия и через команды. И самое главное, быть хорошим мотиватором. То, что удается Нагельсману, да? Ведь мы помним, да, первый тур чемпионата Германии, Бавария выходит и играет с Боруссией 1-1. И сразу пошли какие-то разговоры, что, куда пошла. А теперь посмотрите, всех Бавария громит. Поэтому я однозначно уверен, тренер нужен. Хороший тренер тем более. Роль его громаднейшая, потому что по большому счету тренер определяет, ну, когда играет первая команда, все развивается тогда хорошо в каждом футбольном клубе. В этом плане пример Луческо показателен, да, уже отчаялись Динамо, второй год работы Луческо, и посмотрите, насколько все говорят, у нас в клубе все развивается, и академия, другие структуры, селекции, там, наука, медицина и прочие компоненты, потому что играет первая команда. Поэтому здесь я хочу сказать, при том подборе футболистов, которые есть у Баварии, при том молодом тренере, который, знаете, ну вот реально он не стоит на месте, максимально читает, максимально научно-методистские заготовки определенные, максимально участвует во всех дискуссиях, которые, в принципе, есть футбольные. Поэтому, знаете, отвечая уже тогда на ваш первый вопрос, один из претендентов – это Бавария. Ну, турнирная дистанция очень такая длинная. Сегодня только, знаете, еще только наступила осень. А цыплят у нас как раз будем по весне считать. Поэтому Бавария, она один из претендентов. Но все возможно. Мы видели на примере Ливерпуля, Барселоне и других клубов предыдущих, в общем-то, розыгрышей европейских соревнований. Ну і оскільки наша розмова відбувалася ще до головної події футбольної осені в українській прем'єр-лізі, то тему поєдинку між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» ми також не оминули.
Ну, в первую очередь, вы знаете, те команды, но опять, вот интересный момент, зная Луческу и то, что, конечно, для него это очень сильный удар был по самолюбию. И Луческу считает, ну, опять же, что не проиграл, не Бавария выиграла, а проиграли его футболисты, которые, ну, по мнению Луческу, три мяча привезли. Хотя, опять же, ну, это спорное, в принципе, утверждение. То в данном случае я почему-то все-таки... А Де Дзербе, знаете, вот такой момент, вот все восхваляют, а вы знаете, когда много говоришь, да, что во рту у тебя халва, то действительно привкус халвы, ты почувствуешь, мне кажется, Де Дзербе тоже уже подумал, что он достиг того, чего, в общем-то, смог. Он уже себя героем чувствует, все. Мне кажется, психологическое преимущество будет немножко на стороне Динамо, а результат будет все-таки ничейный, я думаю. І наш експерт не помилився в своєму прогнозі. За доволі динамічної та рівної боротьби наші гранди не створили багато гольових моментів, розійшлися нульовою нічиєю, яка була на користь київського «Динамо». Команда Мірчі Луческу зберігла триочкову перевагу над «Шахтарем». В 10-му турі Полтавська Ворскла розгромила Петрівський Інгулець з рахунком 3-0 і закріпилася на третьому місці. А петрівчани посідають 14-ту сходинку турнірної таблиці, випереджаючи головного аутсайдера футбольний клуб «Маріуполь» на 4 пункти. Футбольний клуб «Олександрія» після нульової нічиєї в гостях із рівненським «Вересом» наразі шостий, але від третього місця команду Юрія Гури віддаляє всього 3 очки. Ну що ж, друзі, наш час в ефірі майже вичерпаний. Але прощаючись, можу проанонсувати вже наступний випуск програми «Sport Ukrainian International», який буде переважно присвячений підсумкам футбольного чемпіонату області. Тож, дочекайтеся наступного вівторка, аби дізнатися, яким видався цей сезон для переможців і срібних призерів чемпіонату Кіровоградщини. А поки що, як завжди, бажаємо вам любити спорт, займатися спортом і обов'язково бути здоровими. До нових спортивних зустрічей і нехай вам щастить!